Сегодня мы посмотрим мысли вашего партнера, которые не дают ему нормально ни есть, ни спать, ни жить. И это я буду смотреть на Таро девиантной луны. Я думаю, тема интересная. С вами канал Лайф Таро Надежда. Я вас всех приветствую. Давайте, начиная с сигнификации, будем смотреть, что происходит в отношениях на данный момент. Кстати, в отношениях были чувства. Чувства были настоящие. Планы были серьезные. Планы на совместную жизнь. Возможно, вы действительно смотрите на человека, который был вашей семьей, там, официальный брак, гражданский брак, потому что здесь все было по-серьезному, и здесь все было по-настоящему. Здесь действительно люди, которые друг друга любили. Ну, вот говорю, любили, и здесь туз мечей. А здесь есть острая конфликтная ситуация, которая сейчас такая главная, и она стоит на повестки дня. Кстати, два человека всегда жили тем, чтобы что-то укрупнять, да, там общее жилье, там недвижимость, чтобы в семье были вот накопления. Здесь, ну, прям даже обидно, что так произошло. Обидно, что какой-то разлад, да, какой-то конфликт, какая-то ситуация. Что произошло? Судьба по тонкому льду. Мужчина здесь эгоист. Ну, стал, да, эгоистом. Стал думать о своих желаниях, стал думать о том, как ему хочется, что ему хочется, невзирая на ваше мнение. Конечно, вы пытались здесь как-то его переубедить, да, как-то с ним поговорить. Но здесь было бесполезно, потому что здесь, ну, я не знаю, что здесь, в каком месте у него загорелось, но у него появились свои амбициозные какие-то цели, желания. Причем здесь, видите, здесь человека облепляли, но он все равно здесь шел и думал только о своих желаниях. Здесь, может быть, облепляли там вы его и ваши какие-то просьбы, да, там ваши там мольбы, которые направлены, что услышь меня, давай поговорим, там, давай разрешим. Но здесь все было как-то бесполезно. Здесь человек слышал только себя, слышал только свои желания. Вот шел за какой-то своей собственной целью. Хотя, я думаю, он тоже понимал, что эта ситуация долго продолжаться не будет. И никто не будет его какие-то выходки. А здесь выходки, потому что карта Солнца и карта Короля Жезлов – это что-то неординарное, да, или что-то там сверхординарное, когда ты от человека порой вот таких вот выкрутасов даже и не ждешь. Да, здесь зазвездился, да, здесь человек поверил в себя. Вот, и для него он был на первом месте, да, его какие-то желания, и вот повернуть его уже в сторону каких-то общих планов, общих целей здесь стало невозможно. Вот она причина конфликта, когда человек вас не слышал, когда у человека в приоритете что-то свое, вот, но никак не общее. Хорошо, что еще? Ну, вот опять показано, что, видите, много любви и сердце разбито теперь. А у него, давайте посмотрим, что у него в душе. А что-то, знаете, здесь какое-то ваше предупреждение здесь случилось. Предупреждение, которое сбылось. У него сейчас потеря, которую он знал. Но как будто бы, знаете, как будто бы этого не будет, как будто бы вы все напридумывали. Здесь, видите, это ты, это из-за тебя. Вы ему говорили. Об этом вы ему точно говорили. И здесь прошло какое-то время, и он с этим столкнулся воочию. Теперь здесь ситуация для него очень неприятная. Да, здесь что-то он здесь потерял здесь или с кем-то расстался, цели свои изначально и вот такую вот звездную болезнь свою ему пришлось здесь поумерить и пересмотреть в целом свою позицию как минимум напополам. Хорошо, давайте, что он тогда в этом контексте думает о вас по поводу вашего какого-то вот обещания или вашего предсказания ему. Ну, мои хорошие, здесь, кстати, не думает, что ты там накаркала, там, или ты мне что-то плохое сделала. Здесь он прекрасно понимал, что вы переживали за него, и вы его со всей душой, вы его со всей заботой старались от чего-то предостеречь, но он не послушал. И знаете, как надо было прислушаться, тогда бы у меня все было хорошо.
Молодец, осознал, понял, что здесь надо было бы раньше, да, сознание включать и подумать, что ваши слова могут быть не пустыми. Но теперь он столкнулся с потерей какой-то, как он будет справляться здесь, нам пока неизвестно. Но, видите, на вас он при этом здесь не разозлился. Хорошо, а теперь мысли о вас, которые не дают ему спокойно жить, спокойно спать. Спокойно наслаждаться жизнью своей. Что вы та женщина, которую действительно надо было слушать, женщина, которую надо было беречь, женщина, которая действительно его истинная пара. Вот посмотрите, здесь король жезлов, кем он стал, и королева жезлов, это вы. Вообще, эта пара на самом деле очень достойная. Почему? Потому что это люди, которые сами по себе, если вот что-то загорелось, цель какая-то, идея, и она им нравится, они очень много сделают для того, чтобы это достичь. Это та категория людей, про которых мы скажем, вижу цель, не замечая препятствий. Да, и в хороших, и в негативных целях здесь срабатывает в обе стороны. Вот мужчину в свое время здесь понесло, ну, не в хорошую сторону, но тем не менее, это была его цель, это были его желания, он их осуществил. Результат получил негативный, да. Вот, но в то же время вот объединение с вами – это такой союз, это такой тандем, который может ой-ой-ой, какие достижения вместе сделать. И здесь в буквальном смысле надо было выбирать вас, если он сделал выбор там, в сторону там, своей там, холостой, там, свободной жизни, там, в сторону другой женщины, в сторону своей мамы, там, семьи, неважно. Потому что только вы могли дать ему возможность приумножать там деньги, имущество, да все что угодно. И вот эти вот мысли, что он с вами мог бы только приобретать, а не терять, потому что столкнулся с потерями, да, вы ему об этом говорили. Да, вы были правы, но он, похоже, еще как-то наблюдает за вашей жизнью и видит, что вы тоже чего-то здесь достигли. Почему он и делает такой вывод для себя, да, вот мысли, которые не дают ему покоя, что с вами рядом было бы лучше, было бы круче. Девятка пентаклей, фундамент, да, вот база финансовая. И проблемы были бы не проблемы, и все по плечу, да, все решалось бы, и мало того, что решалось бы, так еще и обороты на улучшение здесь постоянно набирались бы. Ой-ой-ой, здесь девочки, он локти кусает, конечно. Что вам он уже не нужен здесь. Еще одна мысль, которая, ну, вот здесь вот на такой вот, я не знаю, вот букашки мухи, да, вот сверху такой наездник и погоняет. То есть, опять же, такая тяжелая мысль, от которой он никак не может избавиться. Навязчивая, нехорошая мысль, что вы от него отказались, что вы его не готовы принимать, что вам он уже такой не нужен. Что он здесь пожалел, что он все-таки не выбрал вас, там не остался с вами, не прислушался. А вы уже, в принципе, здесь пожалели, что в целом ваши пути пересеклись. Тяжело ему понимать, что такое очень-очень здесь вероятно. Да, ему неприятно, больно здесь понимать, что вы считаете его предателем, вы считаете его человеком недостойным для себя. И как вот здесь появиться перед вашими глазами, зная, что вам он уже не нужен, да, он сделал что-то такое, после которого вряд ли можно вернуться там, с приличным выражением лица. Это стыдно, это неловко, это ну, вот, очень такая какая-то скользкая и неприятная ситуация. Он реально очень много думает. И эти мысли здесь там не просто ему спать, жить не дает. Эти мысли, которые его с ума здесь сводят. Ребус в своей голове девочки, он решает, что теперь ему делать. Опять же, я говорю, здесь что-то серьезное здесь у мужчины произошло. Там что-то сорвалось, не получилось, что-то потерял, там разбил, украли.
там, просто ожидание, реальность, ожидал одну свою жизнь, там, а получил там совсем другое, и это далеко-далеко не то, что хотелось. И вот он теперь находится вот в этом состоянии с кучей мысли, а для вас он просто предатель, для вас он просто человек, с которым вы уже вряд ли согласитесь вместе строить какое-то будущее. Печаль, большая здесь печаль, конечно. Тяжело ему понимать, что вы без него хорошо проводите время, что у вас есть там праздники, которые вы с удовольствием отмечаете, что у вас есть люди, там, друзья, окружение, с которым вы веселитесь. Он даже как-то подглядывает. Где-то он видел или от кого-то он слышал, что все у вас в жизни хорошо. А у него-то, видите как? Пусть это какой-то временный такой эпизод, да, то, что ну, не на постоянной основе здесь потери, хотя не факт, да. Но что-то очень серьезное, потому что пятерка кубков всегда такая неприятная карта, всегда карта тяжелая, тяжелых потерь. Это оплакивание, это прощание, это столкновение с грустной неизбежностью. А у вас все хорошо, как ему кажется. И вот видите, в какой опе оказался он, а мог бы быть с вами, и его жизнь точно такая же была бы налаженная, с какими-то планами, да, с какими-то перспективами. Его планы здесь, они уже не актуальны. Его планы, да, вот та жизнь, которую он зазвездился и пошел, видите, здесь уже к убыткам и разочарованиям привело. А у вас, похоже, все только начинается, потому что здесь колесница, здесь вы набираете обороты для того, чтобы быть счастливы. Он за вами подглядывает, он пытается получить информацию о вас. Не всегда здесь это получается, потому что мы видим здесь ловушка, его хлопала, а ловушка пустая. Но, тем не менее, информация о вас, это будет для него пониманием, что он может в этой ситуации сделать. Девочки, не хочет он, конечно, свою жизнь пустить под откос. Выводы здесь делаются. Осознание того, что в свое время дал промах, она у него присутствует. Вот сейчас вот перебор здесь, ну, неких, наверное, вариантов. Да, слежка – это тоже уже действие. Да? Это тоже момент, по которому человек дальше будет думать, что ему делать. Ну, вот такие вот мысли. Вот такие вот мысли. Кстати, к чему он готовится в ближайшее время? Я делала для вас расклад. Его планы, его стратегии, ну и, конечно же, в отношении вас. Там и его жизнь, да, в отношении его жизни, вот, и по отношению к вам. Если еще не смотрели, очень рекомендую. Это дополнит нынешний расклад. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, написать комментарий. Встретимся в новом видео. А видео у вас уже заждалось. Пока-пока.